Всем привет, ребята, вы на моем канале, и сегодня я снимаю новое видео, где буду вместе с вами украшать свою комнату к Новому году. Ну и давайте уже начнем. Поехали! Вот так моя комната выглядит до. Ну, а начнем мы с украшения подоконника. Туда я поставлю вот такую вот надпись «Christmas». Также гирлянду с оленями. И у меня есть еще вот такие вот белые домики. Не знаю, какая подойдет, но в любом случае какую-то гирлянду я точно задействую. А на свои занавески я повешу снежинки. Итак, своему подоконнику я хочу придать вид деревушки, и поэтому сначала на него я насыпаю искусственный снег. Вот такой вот милый подоконник у меня получился. И также сейчас вы можете посмотреть, как я украсила свой туалетный столик, а точнее зеркало. И вот такая красота у нас получилась. Дальше я буду украшать полочки над моим фортепиано. А теперь вернитесь в начало видео и посмотрите, что было до и как стало после. Мне очень понравился результат, и сейчас вы можете его наблюдать на своих экранах.
И вот такой результат у меня получился. Ну, если вам понравилось это видео, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Ну и всем пока-пока!